Я так понимаю, следующий это заявочка на хит. Потому что это фит с Токсисом. Let's go. Молодой типа, 500 ночевые. Еду на 20-х, я родился в нулевых. Белый хочет делать бэк, do you feel me? Еще вчера мы ходили, теперь мы тратим эти амили, 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 амили. Тогда я начал пить. Они нас ненавидят, тупо флексим. Раньше я был битником, теперь я секси. Господин Бэкшот, я подорвал ей бэки. Господин Блэкшот, поймаем их на бэке. Пример мафии, смотри на то, как едем. Теперь мы едим кошмары, что я беден. Джинсы тянут вниз, это богатый Сэггин. Рекс, богатый Свэггин. Молодой типа, 500 ночевые. Еду на 20-х, я родился в нулевых. Белый хочет делать бэк, do you feel me? Еще вчера мы ходили, теперь мы тратим эти амили, 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 амили. Амили, 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 амили. На твой зад, в своем новом ланд-крузе. Сделал скрт, 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 скрт. Иностранец, чикен. Мексиканец. Тусуюсь на потом габич. Я в трапе будто танец. Малышка смотрит на мой рис. Прикинь, это не глянец. Ты мистер, можно фотку и еще кружок ТГшку. Я мистер, проигнорить и потом прыгаю в тачку. Ты потеряла короля, но думала, что пешку. Со мной Даня Гуськов и мы сливаем все. Молодой типа, 500 ночевые. Еду на 20-х, я родился в нулевых. Белый хочет делать бэк, do you feel me? Еще вчера мы ходили, теперь мы тратим эти амили, 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 я-я. Ссылка на трек Lil Wayne, я же правильно понял? Да, я же правильно понял? Амили, 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 амили. Это какой трек? Ща, Lil Wayne. А, он прям даже называется Амили, да? Вот на этот трек. Хайпово, хайпово, хорошо. Ну там как раз про нулевые и все остальное. Это вот где-то. Это, короче, очень древняя тема. Давид же, я же не путаю. Ну, грузись быстрее. Давай, 2008 сюда. Про нулевые хорошо было, конечно. В 2020 году у меня был трек нулевые, послушайте, у него клип еще есть. Прикольно, вот это как будто прям хорошо. Я думаю, вот это будет в чарте завтра. Или уже сегодня. Вот, еще мне понравилось, что сначала тейп исполняет припев, а потом Токсис. Стиль, стиль имеется.